100 год дня заснавання Маркам Шагалам Віцебскага народного мастацкого училища отзначили у городе Надвине. До юбилею Центр сучасного мастацтва и Державный архив Віцебской области презентовали совместный проект. На выставе одного предмета, якая разместилась у музея истории мастацкого училища, представлены циркуляр об призначении Марка Шагала уповноваженным по справах мастацтва у Віцебской губернии. Тут же разместились и иншие оригинальные документы, которые оповедают про створение у городе пешей профессийной мастацкой установки. Ее историю, непростый лёс навученцев и выкладчиков. Витебское народное художественное училище – это первое профессиональное училище на территории современной Беларуси, на территории современных Смоленской, Псковских областей. И, по сути, если ты не имел принадлежности к какому-то классу или если у тебя просто не хватало финансов или какой-то поддержки, ты не мог просто так попасть в учебные заведения подобного типа Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому это действительно прорыв, это создание нового современного искусства. Ну, а сегодняшнее столетие – это еще и, наверное, какой-то такой рубеж, который современное искусство, по крайней мере, современное искусство Шагала переводит в разряд классики. Подеи революции 1917 года, как бы не оценивали эти подеи многие историки, независимо от их политических поглядов, але все равно. Это то, что коренным чином изменило ход всей истории, потому что, менавіта дякуючи этому, мы можем сейчас святкувать стагоддзе Белорусской Советской Социалистической Республики, мы можем казать про стагоддзе с момента народжения Витебского народного мастацкого училища и, по сутности, початку, у тим ліку початку русского авангарда, потому что той же Малевич, той же Шагал працавали тут, менавіта у гэтым будинку, и вельми символично, что вось у ближайший час мы будем святкувать год с момента открытия этого уникального музея. Святкование 100 годзе со дня заснавання училища сопровождал перформанс от молодевого театра «Колесо». Актеры показали реконструкцию открытия училища, постарались передать атмосферу, якая пановала у гэтых стенах ровно 100 год тому.